Не может быть сильной экономики государства без хорошего здоровья каждого гражданина этого государства. И сегодня в проекте «Люди дела» мы говорим с руководителем клиники «Святая Екатерина». Татьяна Валентиновна Филиппова, директор клиники Святой Екатерины в Одессе. Профессиональный экономист и управленец. Возглавляет клинику со дня основания с 2003 года. Лауреат рейтинга популярности «Народное признание». Сегодня мы, украинская нация, здоровы физически? Нет. А государство в целом, как можно охарактеризовать состояние его здоровья? Как экономист, экономическое здоровье, так и человек, который управляет медицинским учреждением, к здоровью физическое нашего государства? На самом деле здоровье подразумевает в себе гораздо больше факторов. Это физическое состояние, комфортное здоровье. Это материальное, да, вот как ты себя ощущаешь материально. Это психологическое состояние должно быть комфортно у человека. Общее состояние восприятия и социальное здоровье, да. Вот здоровье не может быть, человек не может быть здоров без чувства комфорта физически, если его психологически давят какие-то проблемы. Нация нездорова. От профилактики глобальной из Советского Союза, из нашего детства, мы ушли, мы забыли, что такое профилактика заболевания, мы не обращаем внимания на правильный образ жизни, здоровый. То есть ваш вердикт – мы нездоровы и не хотим быть здоровыми? Основная масса людей, к сожалению. Клиника Святой Екатерины. Изначально клиника кардиологическая. Давайте об истории клиники. Мы появились абсолютно внезапно. Появились в 2003 году, когда на юге Украины вообще практически не знали, что такое современное исследование, диагностическое и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, такое как коронарография, стентирование. То есть ишемическая проблема существовала давно в Украине. В Киеве находился там один институт Амосова. На тот момент мы отставали лет на 20, на 25 от Европы. И ни для кого нет секрета. По технологии? По технологии, по методикам лечения, по методике, по диагностике. То есть во всем мире тогда уже было признано, что ишемическая болезнь сердца нуждается в оперативном лечении, как малоинвазивном, если это возможно, так и в открытых операциях. И ни для кого не секрет, что многие летали оперироваться в Литву, в Австрию, в Германию, в Израиль, но ни у кого не возникало мысли, наверное, у сильных мира сего в то время. А если что-то случится, вот вдруг, да, вот сейчас... Сию секунду, здесь и сейчас, да. Да, и вот такое грозное заболевание, как инфаркт, да, никто не рассматривал. Да, люди умирали, внезапная сердечная смерть, и никто не придавал этому, знаете, такого значения. Ну, сяду на самолет и улечу. То есть клинику открывал кто-то для себя? Нет. В наше время тогда в Одессе два известных кардиолога, это Юрий Иванович Карпенко и Борис Иванович Голобородько, вдвоем посещали, ну, как принято у нас и сейчас, международные конгрессы. И их пригласили в Варну на Черноморскую конференцию, наши друзья-болгары, и показали в Софии клинику, одноименную клинику Святой Екатерины в Софии, которую в свое время открыл профессор Чирков.
Профессор Чирков, известный кардиохирург, этнический болгарин, уехал в молодом достаточно возрасте в Германию. Став гражданином Германии, стал профессором. Впервые в Восточной Европе сделал трансплантацию, пересадку сердца в 1986 году. И его в свое время пригласили в Болгарию для того, чтобы он создал такую клинику, вот университетская клиника Святой Екатерины, она называется в Софии, пригласили, дали полную поддержку, как и финансовую, так и административную, ресурсную, для того, чтобы тогда уже понимали, тогда болгарские власти, ну это был еще тоже... 2000-е, да? Нет, это было гораздо раньше. Это было при Советском Союзе, это были 80-е годы. И они понимали, что не улетишь. Знаете, то есть либо нужно столкнуться с этой ситуацией, чтобы кто-то из близких попал, да, чтобы до человека дошло, чтобы как-то ты вдруг остановился. И осознал, что эта проблема существует. Абсолютно верно. И вот наши одесситы, известные одесситы, попали в Болгарию и увидели, действующий центр. Увидели эту клинику и познакомились с болгарскими коллегами, с болгарскими врачами, с тем же профессором Чирковым. И как добродушные одесситы, как гостеприимные люди, пригласили профессора, его коллег, его друзей из этой клиники к нам в Одессу. Профессор приехал в наш город и влюбился. Ему понравился город, но он был шокирован уровнем кардиологии на тот момент вообще в Украине, в южном регионе. Он не понимал, как может в таком городе и вообще на юге такого государства не оказываться ургентная помощь. Что мы делаем, если вдруг с человеком случается инфаркт, да, вот медицина вся, что происходит? И он тогда еще... Мэром нашего города был Руслан Борисович Бадылан. Елена Александровна Якименко была руководителем департамента здравоохранения. Знаете, и все сложилось. Наш собственник Дмитрий Васильевич Аргачев, руководитель завода «Одесскабель», тогда был руководителем, наверное, одного действующего предприятия на тот момент в нашем южном регионе. И все сложилось, появилась команда единомышленников, людей, которые хотят что-то сделать. Хотят сделать хорошее, позитивное, правильное дело. Я позволю себе вас прервать. Вот сейчас, через десятилетие, можно ли говорить о том, что, безусловно, никто не думал о бизнесе? Все думали о том, что это некая благотворительная вещь. О бизнесе никто не думал. Наша клиника была создана только в силу того, что, как раньше было принято, да, купите оборудование. Да, вот помогите больнице, купите оборудование. Дмитрий Васильевич, купите оборудование. Но мы прекрасно знаем, чем заканчивается покупка такого оборудования. Через ровно 2 месяца заканчивается сервисное обслуживание на это оборудование, заканчиваются расходные материалы. Врачи... Его радостно накрывают тряпочкой и ставят в угол. Это мы тоже прекрасно понимаем. А все-таки еще у нас программа «Люди дела». А сегодня медицина – это бизнес? Я немножко вперед забегаю, но очень кратко. Или нет? В Украине. Понятие «бизнес» – это дело, которое приносит прибыль. Да. Да, которое приносит прибыль. Безусловно, норма прибыли закладывается и по своим понятиям должна закладываться в цену и в расценке услуги, которую оказывает клиника. Но на сегодняшний день медицина требует таких реинвестиций, что, по сути дела, каждый там, полученный процент там, от какой-то услуги ты волей-неволей вынужден вкладывать дальше в развитие, в оснащение новыми технологиями, изучение новых технологий, в покупку дополнительного оборудования. Мы постоянно развиваемся. То есть говорить в целом, что это не бизнес, наверное, это было бы неправильно. Я когда-то в госпитале одном военном увидела такую надпись, когда зашла, что медицина – это не сфера обслуживания, а отрасль народного хозяйства. Вы знаете, ну, наверное, это так и есть. Наверное, это правда. И с точки зрения... Даже советского периода, когда мы говорили, что все бесплатно, медицина не может быть бесплатной. По определению. Тогда государство оплачивало за каждого человека, закладывая это в ту же зарплату, в те же налоги, в то же отчисление, да, какую-то норму
валового продукта для того, чтобы датировать да, медицину, для того, чтобы оснащать, для того, чтобы и действительно, ну, я думаю, что наша медицина, вот по моему детству, по моему ощущению, ну, я не знаю, что происходило тогда на Западе, но ну, была на таком достаточно приличном уровне. Давайте все-таки продолжим об истории клиники «100 Екатерины», потому что с какого-то момента вы перестали думать только о сердцах своих пациентов, и клиника начала расширяться. Дело в том, что мы 10 лет занимались только кардиологией. Мы добились, я считаю, просто грандиозных результатов с учетом того, что, опять-таки, клиника частная, и никакой помощи бюджетной никогда у нас не было, никакого ресурса. Я считаю, что мы добились просто грандиозных результатов. Мы первые по рейтингу в национальном реестре по оказанию помощи при инфаркте миокарда. Как по количеству проведения процедур коронарографии и стентирования при инфаркте, так и по качеству. Ну, в качество вкладывается несколько там понятий. Летальность, смертность, качество жизни пациентов в отдаленном периоде. То есть мы достигли, ну, действительно таких грандиозных результатов даже в целом для Украины. Немножко киевляне так на нас посматривают, немножко так как-то вот с непониманием. Никто не верил, что мы это сможем сделать в рамках частного бизнеса, в рамках частной клиники. Но так сложилось, что пациенты наши кардиологические, к сожалению, к счастью, не молодые люди. И анализируя всю ситуацию, которую мы видели на протяжении этих десятилетий, мы понимали, что людям нужно прививать нечто другое. Во-первых, создание нашей службы скорой помощи тоже было не случайно, потому что 6 из 10 случаев вызова действительно скорой помощи, экстренной помощи, это сердечно-сосудистые заболевания. То есть, безусловно, своя служба скорой помощи нам была необходима и потребность в ней, потому что самое главное, вот это золотой стандарт оказания... Успеть довести. Успеть довести и успеть... Правильно диагностировать. Вовремя, да, вовремя зайти. Вот есть такое понятие «stand for life», то есть «stand для жизни». Временной промежуток, золотой стандарт 90 минут – это время, в которое должен успеть доктор завести баллон и открыть сосуд от первого контакта с врачом. Что мы подразумеваем первого контакта с врачом? Это человек позвонил, приехал доктор, допустим, скорая приехала, сняли кардиограмму, все, зафиксировали инфаркт, да, и вот все, время пошло. И это время, действительно, вот эти минуты, которые реально спасают жизнь. От этого зависит очень многое. И, ну, то есть тут служба скорой помощи для нас, ну, стала просто такой необходимостью, потому что мы видели и понимали, когда и как к нам поступают пациенты. Безусловно, имея в арсенале таких врачей, да, в команде таких врачей, которые борются с инфарктом, ну, все остальные уже экстренные патологии, да, там травматология какие-то другие, ну, в области медицины, уже просто становятся абсолютно рутинными, спокойными. То есть для нас скорая медицинская помощь, экстренная помощь, это, ну, уже вот, то есть после инфаркта нам уже ничего не страшно в плане профессионализма. Ну, а, конечно, поликлиника, семейная после медицина. После скорой появилась же уже и поликлиника, да. Начали думать о профилактике, кроме всего. Да, начали думать о профилактике. Попытались все-таки людей приучить к тому, что легче раз в полгода прийти, с учетом того, что, опять-таки, все стоит денег. Все дорого. И в любом случае, кто бы за это ни платил, либо государство, либо сам пациент, либо страховая компания, либо работодатель, нужно все равно думать об эффективности использования любого ресурса, и материального в том числе. И на самом деле, если с людьми общаешься, да, если семейный врач доверительно рассказывает и объясняет, как нужно себя вести, и если пациенты доверяют своему доктору, семейному врачу, гораздо дешевле, выгоднее и спокойнее для всех, если человек придет раз в полгода, да, сделает определенные исследования, сдаст определенные анализы, пройдет какую-то диагностику и будет понимать, что ему дальше ожидать от своего состояния организма. Я понимаю, что следующий очень логичный шаг – это реабилитация. Будет ли он реализован на вашей базе?
На самом деле, когда применяешь технологии более эффективные, то период реабилитации, он сокращается, сводится к минимуму. Период нетрудоспособности тоже сводится к минимуму. Поэтому, безусловно, реабилитацией мы будем заниматься. Мы в этом направлении активно работаем. Это, в принципе, выгодно всем. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что мы не очень здоровая нация физически сегодня, к сожалению, и психологически очень травмирована войной. Но с другой стороны, мы все очень четко понимаем, что здоровым быть просто-напросто выгодно. Но вот как-то эти два постулата не складываются. Что надо сделать нам самим, частному бизнесу, людям дела или государству, чтобы изменить ситуацию? Нам нужно объединить свои усилия. Прежде всего, за эти годы, за 20-летие, всей этой ситуации, многие люди разочаровались в медицине, да, перестали доверять. Тоже у нас сейчас самое ценное является доверие к врачу. Всегда, почему мы успешны и почему мы развиваемся? Потому что нам доверяют. Самое ценное в медицине – это доверие. Люди перестали доверять. Они приходят, допустим, в лечебное учреждение, раз за разом это проявлялось, им пытаются рассказать, что у них, забрать у них последние деньги. То есть так сложилось. И врачи были поставлены в такие условия. Знаете, эта ситуация, она не одного дня, и она, к сожалению, людей разочаровала в медицине. То есть нам нужно всем объединить усилия для того, чтобы люди поверили, что придя к доктору, он не назначит тебе какое-то ненужное исследование для того, чтобы пойти за углом его сделать и получить там какое-то вознаграждение дополнительное для себя. Не назначит непонятное лекарство, да, непонятный препарат, тоже с какой-то целью какого-то обогащения. Нам нужно всем вместе, и государству в том числе, приложить максимум усилий, и нам всем, и медикам, для того, чтобы вернуть доверие к медицине. Тогда люди придут. Самое главное, самое ценное – это доверие. Тогда люди придут и будут понимать, что им нужно пройти эту профилактику. С одной стороны. С другой стороны, наверное, нужно выделить финансирование. Финансирования нет, не будем утопичны. Нет финансирования на медицину. Мы это с вами прекрасно понимаем. И я все-таки думаю, соглашусь с вами в том аспекте, что и мы сами, и государство заинтересованы в здоровых людях. Тут равные, наверное, паритетные позиции. Тогда вот о чем, еще о глобальном. Была система Советского Союза, когда были профилактические осмотры, когда все было построено на то, чтобы выявить предварительно проблему. Да, были перекосы с точки зрения того, что надо было давать взятки, да, так это скажем, чтобы попасть к приличному врачу, но как-то лечили. Есть система сегодня европейская, при которой, да, вам не дадут умереть на улице или дома, но хроническое заболевание лечится крайне с трудом, и это тоже есть проблема схемы построения западной медицины. Какую нам путь выбрать дальше для того, чтобы нация стала здоровой? У нас есть уже прописанный алгоритм реформирования нашей медицины. Он несколько раз был презентован нашим Министерством здравоохранения. И нам нужно выбрать, исходя из нашего менталитета, исходя из наших возможностей прежде всего, нам нужно выбрать оптимальный алгоритм перехода к этой системе реформирования. Понятно, что все прекрасно знают, что эти стандарты американские... По-моему, американские стандарты очень плохо к нам ложатся. Да, очень плохо ложатся, и действительно, правда, человеку не дадут умереть, но если он не умирает, он может сидеть в очереди целый день, ждать... И помощи ему не окажут. Да, помощи ему не окажут, и в этом плане у нас более гуманная медицина, более социальная. В любом случае, если человек обращается в медицинское учреждение, ему помощь оказывают самым кратчайшим путем и в самые ближайшие минуты, то есть несмотря, что с ним происходит. Поэтому у нас вот эта вот социальная и гуманная составляющая, она присутствует. И опять-таки вот... Но это ментальность нашего духа все-таки. И это хорошо. И низкий поклон нашим медикам, что иногда они отходят от стандартов, от протоколов. Ведь медицина, наука, такая гуманная. Достаточно... С одной стороны, гуманная, с другой стороны, точная.
С третьей стороны, наверное, где-то творческое и заставляет врача все время думать. Нельзя действовать в рамках оказания медицинской помощи только по протоколам и по стандартам, потому что каждый человек индивидуальность. У него есть свой, как в медицине говорят, анамнез, своя история рождения и история заболевания и история жизни. И поэтому, когда врач принимает то или иное решение, то ему нужно взвесить... Всей полноту информации обладать о конкретном пациенте. Да, да. Возвращаясь к вопросу о реформе, я думаю, что семейная медицина – это хороший шаг. То есть вот единственное, опять-таки, вот... Уездные доктора – это наше спасение. Ну вот, вы же обладаете информацией, и как было при Советском Союзе, и хорошо знаете сегодня западный, европейский и американский опыт, и у вас есть более чем десятилетний багаж, опыт собственной работы клиники. Как должно быть конкретно у нас здесь и сейчас, чтобы мы стали здоровее физически? Нам нужно выйти и сказать, что семейная медицина, да, семейный врач, вот мы говорили долго, что вот семейная медицина, он, врач будет делать все, выйти к народу, и это наша с вами тоже задача, информирование, донести информацию, говорить об этом, разъяснять людям, чтобы люди постоянно, люди все равно доверяют телевидению, все равно доверяют авторитетным смотрят и будут смотреть, безусловно. Массовой информации. Поэтому мы должны об этом говорить. Нужно приглашать как можно больше людей. Нужно людям говорить правду. Да, будет тяжело, будет вот так, да, будут семейные врачи. Что они из себя являют? Не надо ждать от семейного врача, что он вылечит все заболевания. Нет, семейный врач, по сути дела, это врач-координатор, организатор. Предохранитель. И который должен очень настороженно относиться ко всем членам семьи. Настороженно с точки зрения их состояния здоровья и заболевания. Он должен знать их, да, он должен понимать, он должен получать всю информацию доверительную от человека и вовремя сигнализировать пациенту, что ему нужно сделать. Да, вовремя там пройти какие-то анализы, пройти обследование, лишний раз напомнить. Людям нужно просто объяснить, потому что вот этот негатив, когда мы перешли на семейную медицину, вот были педиатры, которые занимались только детьми, а вот семейники, непонятно, что это за доктор, и вроде... То есть как бы и не доктор. Но сама по себе семейная медицина существовать может, но должна, наверное, все-таки в формате вот таком, как в нашей поликлинике. Я перед тем, как открыть службу семейной медицины и нашу поликлинику, объездила практически всю Восточную Европу. Это Польша, Чехия, Литва. На славянскую ментальность смотрим. На славянскую, да, ментальность. Все-таки и с учетом наших возможностей. Вот мы смотрели их переход, то есть как они переходили. У них тоже был кризис, да, у них тоже были сложности. Тоже у них было какое-то понимание, как было при Советском Союзе. И мы вот эту модель пытались применить и реализовали здесь. И я вам хочу сказать по нашим пациентам, по тем людям, которые покупают у нас полисы и находятся у нас на обслуживании, я думаю, что мы сделали существенный прорыв. То есть результат есть? Результат есть. Давай тогда еще раз. Какая получается схема? Семейный врач на какое количество людей? Смотрите, принцип какой? Один семейный врач в среднем 1500 населения должен обслуживать. 1500 людей. Он способен? В зависимости, сейчас я объясню, в зависимости от возрастной категории. То есть если больше у него в его арсенале, да, формируется семья. Ну, в семье может быть и маленький ребенок, да. И бабушка преклонного, да, возраста. Да, то есть если больше процент из этой 1500 у него детей и взрослого населения, да, ну, то есть у людей пенсионного возраста, то тогда где-то 1200-1300. В нашей ситуации, вот то, что происходит сейчас, реализовать это, ну, государству достаточно сложно. Наша семейная медицина построена таким образом, то есть, в принципе, у нас столько людей находится на обслуживании у одного семейного врача. Задача семейного врача обязательно знать своих пациентов, при малейших каких-то симптомах выехать к ним на вызов. У нас существует система...
У нас это в клинике. В клинике, да. Не в государстве пока еще, к сожалению. Смотрите, мы посмотрели, вот я с Денисом Михайловичем, еще с нашим, нашим главврачом, мы проанализировали всю систему реформирования, вот, вот что хочет государство, как видит вот это государство. Вот как экстраполировать ваш опыт клиники на всю государственную машину? Смысл этой реформы был в чем? Да, вот у нас экстренная помощь, скорая помощь. Люди вызывают скорую помощь по любому поводу, но процентов 70 из всех вызовов скорой помощи не нуждаются в оказании экстренной помощи. И на уровне вызова грамотный диспетчер, да, человек с медицинским образованием и серьезным опытом работы, желательно проработавшим и на скорой помощи, может дифференцировать потребность человека. То есть не всегда. То есть вместо бригады присылать семейного врача. Присылать семейного врача. Опять-таки, семейный врач приезжает на автомобиле, не реанимобиле, стоимостью 100 тысяч евро и укомплектованный. Вот, стоимость вызова снижается, да, да. Оптимальность процесса улучшается. Снижается. Конечно, да. И врач приезжает, он должен приехать в течение 2 часов. То есть не в течение 15 минут, как приезжает скорая, а в течение 2 часов. Он приезжает, как в старые добрые времена, к нам приезжал доктор на дом, да? Он смотрит, он оценивает ситуацию, он наблюдает пациента. При необходимости он направляет на исследование. Пациенты должны доверять семейному врачу. Это самое главное. Навязать семейного врача, вот как пытаются у нас сделать государство, наверное, это неправильно. Нужно дать возможность людям выбрать врача. Но опять-таки тут очень важно играть территориальный принцип. Вот-вот, теперь возникает несколько проблем из всего этого. И раз уж мы начали говорить, вот вы начали говорить про деньги, сколько денег стоит укомплектованная машина скорой помощи, вопрос самый главный, самый первый, а кто и как за это будет платить? Страховая медицина у нас тоже как-то не очень прижилась. Государство реально нет денег на медицину. У людей, в общем-то, тоже нет денег на медицину. Но медицины без денег не бывает. Это первая проблема – деньги. И вторая проблема – а где же взять этих семейных врачей? Кто их правильно научит и воспитает, чтобы они были теми семейными врачами, которые за небольшую зарплату, к сожалению, сегодня, будут одинаково хорошо относиться к этой 1500 человек и заботиться о каждом из них, а не о своей голодной семье дома? Как это все решить? На самом деле мы от страховой медицины никуда не уйдем. В каком она будет формате, я думаю, мы уже узнаем ближе к 2017 году. Принят ряд законодательных актов уже в первом чтении, которые... Оно все работоспособное, вот, ну, проголосовать то такое. А как это внедрить в реальную жизнь? Вы же на передовой стоите страховой медицины. Вы, как никто, лучше всего это знаете. А мы здесь, за вами сразу мы, болеющие, нуждающиеся в семейной и так далее помощи. На самом деле бюджет выделяется приличный. Конечно, ага, то есть деньги есть. Не такой, как в Европе, но бюджет выделяется приличный. Порядка 1000 гривен на человека ежегодно выделяется на здравоохранение. То есть, ну, есть там система своего финансирования, но 1000 гривен выделяется. Это немного, ну, по сравнению с потребностью. Но с учетом того, что если бы еще дополнительно ввели страхование, и люди бы, опять-таки, если бы люди поверили в систему, доверили, то я думаю, что совокупность финансирования, да, часть бы финансировалась по страхованию только ургентные случаи и только те профилактические меры, которые необходимы, которые необходимы стандартами и регламентами. То есть нужно, первое, утвердить все-таки все протоколы и стандарты лечения тех или иных заболеваний в соответствии с новыми европейскими технологиями. Многие протоколы еще не утверждены МОЗом и еще не приведены в соответствие. Нужно утвердить расчет стоимости услуги, чтобы все лечебные учреждения рассчитывали свою услугу по одним стандартам, по одной норме. Но стоимость услуги там глубоко в области одна, и стоимость услуги в миллионнике в центре города другая. Правильно. В зависимости от этого идет и финансирование, да, пациентов, жителей области. То есть все должно выстроиться в одну четкую ровную систему. Должна быть утверждена методика, по которой рассчитана эта услуга.
Эта услуга должна быть рассчитана и финансироваться должна не койка, не больница в целом, а финансироваться должен конкретный случай. Деньги должны идти за пациента. Вот-вот-вот. Смотрите, что говорят противники страховой медицины, что медицина сегодня в Украине как черная дыра, что деньги, в общем-то, есть. Она их поглощает, обратной реакции нет. Мы сейчас в эту черную дыру кинем еще страховые деньги, и ничего не изменится. Может быть, оставить государству только ургентную ситуацию, а все остальное отдать в частные руки? Есть опыт разных стран. И если мы говорим о страховой медицине, то есть покрытие страховое, которое вот мы мечтаем это сделать в рамках нашего города, да, в рамках нашего города Одессы. Страховое покрытие, чтобы человек, попадая в лечебное учреждение, любое лечебное учреждение города, получал экстренную помощь бесплатно. Это, в принципе, сделать возможно. Это сложно. Для этого нужно ряд законодательных актов, да, как и на местном уровне, так и дождаться принятия этих законов. Для этого нужно, опять-таки, рассчитать эту услугу, четко ее контролировать, да, чтобы никто не занимался приписками никакими, там, никто не искал никаких лазеек. Но тут нужно желание и воля многих, многих людей. Сколько лет независимости Украины, столько лет мы реформируем медицину. И, в общем-то, ну, результаты сложные. Вот чья воля должна быть? Мы хотим быть здоровыми, вроде бы хотим. С другой стороны, чем заниматься не хотим, не хотим. А мы хотим, чтобы у нас была быть хорошая медицина. Хотим. Деньги вроде бы есть? Вроде бы есть. Но при этом мы заходим в районную поликлинику в городе Одессе, и не все в порядке. Наши усилия должны быть объединены. Должна быть муниципальная медицина, однозначно. Вот вы правильно говорите, да? И часть помощи должна оказываться независимо ни от чего в экстренных условиях человеку, когда он попал в сложную ситуацию. И должны все это понимать, да? И если идет расчет стоимости услуги, и она покрывается, то все должны понимать, что дополнительно денег брать нельзя. Должна быть, безусловно, еще дополнительная страховка, да? Если человек хочет себе дополнительно, допустим, ну вот страхование, да, семья может быть застрахована на 5000 гривен, да, ну 5000 гривен стоимость страховки. Покрытие этой страховки может быть, то есть покрытие сумма, которую... Страховая выплата. Да, страховая выплата. Может быть при разных опциях доходить и от 100 до 200 тысяч гривен. То есть этого, в принципе, достаточно на какие-то обычные, ну, какие-то стандартные случаи. Этого достаточно. Жизни человека, если да. В глобальной ситуации, в глобальном, да. Если все платят, то все это работает. В глобальном ключе это работает. Но если доктор при этом получает достойное, доктор, медсестра, санитарочка, получают достойное вознаграждение. Ну, мы же понимаем, что этого добились в частных клиниках, и там опыт существующих в Одессе немногочисленный частных клиник говорит о том, что врач частной клиники никогда ничего в руки не возьмет. Да. Безусловно. При этом получая достойную зарплату, нормальные условия работы и понимая, что у него есть перспектива завтрашнего дня и по обучению, по всему остальному. Кстати, об этом. Одесса – это всегда передовой город во всем. И если бы частная медицина была исключительно выгодна, я думаю, что клиники у нас бы росли бы как грибы, их было бы много, а их раз-два и в общем нет в Одессе. Потому что здесь все равно идет конкуренция с государственной медициной. Но как ни крути, то декларируется все равно, что медицина у нас бесплатная. И каждый человек понимает, что зайти в парикмахерскую и постричься бесплатно человек не может. А в принципе, зайти в государство... То есть мы все время говорим о том, да, это секрет Полишинель, все время говорим о том, что вот, да, где-то бесплатно. Нас так учили в Советском Союзе, что врач и учитель – это бесплатная опция. Зная очень многих врачей в нашем городе, безусловно, есть люди, и таких людей очень много, которые приходят, да, почему и выстраиваются такие доверительные отношения, которые приходят к врачу
врач не требует денег, и если у человека денег нет, человек не платит. И есть такое, и мы прекрасно знаем. А есть другие пациенты у этого врача, которые, грубо говоря, оплачивают и за себя, и за того человека, который не может заплатить. Это такой вот у нас получается кустарный метод страхования. Один приходит и оплачивает еще за троих, которые не могут оплатить. И в принципе... Но почему бы это не легализовать? Почему бы не легализовать это все? Пришли на конкретного доктора, захотели конкретному доктору дать денег. Давайте это сделаем. Смотрите, но ведь силы воли государства хватило изменить название милиции на полицию, дать им приличные зарплаты, дать им машины, дать им форму, какое-никакое обучение. Да, пока есть перекосы, но шаг же сделан, серьезнейший шаг. Почему к медицине государство не обращается, не обращает внимания, не поворачивается лицом? Хороший вопрос. Ведь в полицию уже сделали. Что мешает сделать хорошую, качественную? Почему нельзя отдавать деньги доктору в приличном объеме и заставлять его хорошо работать? Я думаю, все были бы счастливы от этого. Роль личности в истории. Роль личности в истории. Вы знаете, что меня во всем этом беспокоит в нашей беседе? Мы снимаем уже не первую программу «Люди. Дело». И, к сожалению, все завершается тем, что серьезные люди, которые занимаются серьезным делом на любом уровне, все равно в итоге пытаются свое дело свести к замкнутому циклу. Не отдавать государству ничего, чтобы делало, ни кому-то другому. Потому что получается, чтобы сделать хорошо, нужно сделать все самому. У вас своя скорая помощь, и я не понимаю, почему служба 103 не могла бы обеспечивать вашу работу. Почему надо было инвестировать отдельно в машины скорой помощи. У вас будет своя реабилитация, вы открываете свою поликлинику. Слушайте, это правильно или неправильно? Это правильно. Это правильно для качества результата, но это неправильно по сути. Мы от этого никуда не уйдем. Ведь скорая помощь для вас не профильный актив. Вот сейчас мы говорим чисто о деле, чисто о деньгах. Ведь скорая помощь – это совершенно другой бизнес. Ну, нельзя рассматривать отдельно бизнес, скорую помощь. Отдельно бизнес-поликлинику, отдельно кардиологию. То есть если мы рассматриваем медицину, мы должны рассматривать все в комплексе. Мы пытаемся на сегодняшний день, мы, по сути дела, пытаемся подставить плечо государству. О, вот, вот. Ни одна кардиологическая клиника в Швейцарии не открывает свою скорую помощь. Потому что за 15 минут реанимобиль привезет к ним этого пациента, который скажет, я хочу сегодня не в государственную клинику, а я могу себе позволить частную клинику. А с другой стороны, мы должны держать свою репутацию и быть ответственными перед своими пациентами. Мы поставлены в такие условия, что мы не можем иначе. Раз мы уже взяли за это дело, да, раз мы вот люди мы делаем... Мы обязаны дать результат. А дать результат мы можем только тогда, когда все в наших, весь цикл в наших руках. Значит, нам надо не просто сидеть, не просто говорить, а начинать стучаться к государству. Можем ли мы на своем уровне изменить ситуацию? Или что мы можем для этого делать? Мы можем на своем уровне попытаться изменить ситуацию. С учетом децентрализации, да, модное такое слово, децентрализации власти и с учетом автономности лечебных учреждений. То есть реформа же предполагает следующее, что каждая больница, получая статус коммунального предприятия, может абсолютно спокойно вести хозяйственную деятельность. Но мы все прекрасно понимаем, что эффективно вести хозяйственную деятельность но многие лечебные учреждения не смогут, потому что построены и оснащены они были... Обветшали. Тогда, когда технологии предполагали там другое количество... Другой стандарт, вплоть до метража. Да, конечно, да, другое конечно. Количество метров, то есть другие подходы к вентиляции. И мы понимаем, и может быть и оттягивается принятие этого законопроекта, потому что многие понимают, что больницы попадут в коллапс. Многие лечебные учреждения попадут в коллапс. Согласно реформе, каждое лечебное учреждение, принимая статус коммерческого предприятия и имея возможность вести хозяйственную деятельность, должно получить ежегодный какой-то свой бюджет единоразово и стартовать и начинать вести хозяйственную деятельность. Расценить все свои услуги по утвержденному перечню и оказывать их.
А страховая компания, которая будет собирать это финансирование, уже оплачивать за пациент будет выбирать. Пациент будет выбирать между многими лечебными учреждениями государственными, ну, так называемыми коммунальными предприятиями, между частными. И деньги в таком случае будут идти за пациентом. И это нормальная ситуация здоровой конкуренции. То есть должен быть и частный бизнес, частные клиники, и должно быть и коммунальное здравоохранение. Единственное, что они должны быть поставлены в единое, как юридическое, так и хозяйственное, и финансовое поле. Да, они должны быть поставлены в равные условия. И опять-таки, если мы говорим с точки зрения бизнеса, да, то государство, создавая эти коммунальные предприятия, не подразумевает, что оно будет иметь прибыль от этих больниц. А если и будет иметь прибыль, то эта прибыль должна быть направлена... Реинвестирована в больнице в эти же, да. Да, на новое оборудование, на оснащение. Поэтому тут... Ну вот и получается ситуация сегодня и как бы всем, и как бы никому. Да. Хорошо, может быть, точечное начало имело бы успех. Но вот взяли бы один район или одну больницу, вот ее модернизировали полностью, запустили. Потом взяли следующую. Ну а как-то же двигаться все равно? Какое есть решение? Я думаю, что в рамках нашего города абсолютно возможно это сделать. И существует рабочая группа, и в том числе вот и я участвую там в одной из рабочих групп по реализации этого проекта. Для того, чтобы все-таки каждый житель города мог получать экстренную, хотя бы экстренную, ургентную помощь в рамках какого-то финансирования. То есть деньги выделяются, да, есть деньги, которые выделяются по субвенции, есть программа здоровья, которая утверждена на сессии городского совета, да, под эту программу выделяется финансирование. И вопрос, как правильно распорядиться всем этим. Ну, это вопрос управленцев, это вопрос менеджеров. То есть тут нужно принять правильное управленческое решение. Вот и к завершению нашей программы, потому что тема медицины может быть практически бесконечной. Я хочу вас спросить, вы настоящий человек дела. И скажите, имея в семье врачей и вокруг себя врачей на работе, легче быть врачом или легче управлять врачами? Я, безусловно, понимаю, что вам нравится ваша работа, и мне бы очень хотелось, чтобы в завершение нашего беседы вы немножко помечтали о том, какой должна быть идеальная ситуация со здоровьем человека. Я хочу, чтобы каждый человек, просыпаясь рано утром, ощущал себя абсолютно счастливым человеком. И это связано не только со здоровьем. Чтобы у него ничего не болело. Человеку на самом деле не так уж много нужно. Ему нужно комфортно работать, получать достойную зарплату, иметь возможность обучать детей, иметь возможность отдыхать достойно, иметь возможность передвигаться комфортно. Ну... Это на самом деле не так... Базовые человеческие принципы, да, базовые человеческие потребности. И я думаю, вы знаете, опять-таки, перенося нашу ментальность на ментальность европейскую, почему мы, попадая в Европу, да, вот как-то по-другому себя ведем, по-другому себя чувствуем, по-другому себя ощущаем. Ведь люди разного социального статуса в Европе, вот что меня поражает, и вот я бы хотела, чтобы, наверное, вот у нас было реализовано хотя бы в рамках нашего города в ближайшее время, независимо от своего социального статуса, независимо от уровня заработной платы, он видит одни и те же красивые места. Он наслаждается одними и теми же архитектурными достопримечательностями. Он пользуется одними и теми же сферами услуг, абсолютно идентичными. То есть люди, независимо от своего социального статуса, одинаково комфортно себя чувствуют
в социуме, в городе, в местах социальных, в учебных заведениях и в лечебных заведениях. Ну, наверное, это самое ценное и, ну, вот такая мечта, наверное, вот моя, может, идеалистическая, чтобы, ну, у нас поскорее это свершилось, да, чтобы независимо от того, сколько ты зарабатываешь, вот эти элементарные блага были у каждого человека. Тогда мы все будем добрее, позитивнее. И здоровее в том числе. И чем больше будет людей делать, тем быстрее мечты будут осуществлены. Татьяна Филиппова сегодня в проекте «Люди дела». Спасибо большое за интересную беседу нашим зрителям, за внимание к нашей программе. Всего доброго, будьте счастливы. We'll be right back.